Братья и сестры, я тоже хочу сегодня проповедовать Слово Господне на тему «Господня милость превозносится над судом». Мы знаем, что Бог, когда творил эту вселенную, Он создал все хорошо и весьма хорошо. И венцом своего творения Он создал человека. Братья и сестры, сегодня на земле много прекрасных мест, устроенных для отдыха человека. И сегодня много на земле тюрем, которые держат в заключение людей нехороших. Бог создал прекрасное место. Тюрьму Бог не создавал, но тюрьму создали себе люди. И она взяла свое начало в Едемском саду, когда наши прародители совершили непослушание Богу. И это непослушание их заключило в духовную тюрьму, даже и в физическую тюрьму. Они были изолированы от прекрасного места Едемского сада, были изгнаны. Они были изолированы от присутствия живого Бога. Они были изгнаны от Его присутствия. И они испытали ужас одиночества и волнение потерянного счастья. Братья и сестры, сегодня много людей, которые живут на земле, может быть, они ходят свободно, ездят свободно, имеют разрешение на работу и право на вождение машины. Но Библия говорит, что они находятся в духовных узах. Они находятся внутри себя рабами греха и находятся пленниками дьявола. Поэтому, братья и сестры, как важно сегодня четко разграничивать наша внешняя свобода и наша внутренняя свобода. Возможно оказаться в физической, неприятном месте тюрьме, но быть свободным, ибо для Слова Божьего нет уз, слава Богу. И можно быть свободным от тюрьмы, но быть узником и заложником греха и смерти. Поэтому каждый человек имеет право на земле и физически жить свободной жизнью. Но для этого есть условия. И только сохраняя условия, человек имеет право пользоваться благополучием. Не сохраняя условия, он окажется в тюрьме. Так само и в духовном смысле Господь предоставил для нас возможность через определенные условия жить свободной жизнью и не находиться в плену рабства или в плену греха. Давайте мы с вами прочитаем длинный текст Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна, 8 глава, из 1 по 11 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сидел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посередине, сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им:
Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, начали от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина стояла посредине. Иисус, восклонившись, и увидел, не увидел никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Это место Писания известное для нас. Но я хочу, чтобы мы более реально вникли в эту ситуацию, которая случилась в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос знал, что завтра Ему предстоит искушение. Он знал, что Его завтра будут искушать, так как Он выдает Себя в их глазах за Бога, за Божьего Сына, и Бог установил закон, и они будут Его искушать. И посмотрят, что Он сделает: исполнить закон или нарушить закон, потому что видели в Нем везде милосердие. И они хотели уловить Его. У них не было сколько цели осудить женщину. Библия говорит, они преследовали цель найти причину, чтобы обвинить Его. И Он стоял перед нелегкой задачей. Поэтому Библия говорит, Он поднялся на гору Елеонскую и целую ночь провел в молитве. Он боролся и с силами тьмы. Он просил у Бога Отца мудрости, чтобы в этом искушении поступить верно. И когда настало утро, Он сошел с горы, не пошел отдыхать, Он пришел в храм, сел на свое место, и люди окружили Его, и Он начал учить. И в этот момент приходят книжники и фарисеи и говорят Ему такие слова: «Братья и сестры, давайте посмотрим на эту картину. Перед Иисусом стоит женщина. Да, ее положение незавидное. Ее внутри мучают три определенных вопроса. Первое. Она разоблачена. Ее поймали. Об этом не только узнал муж, об этом не только узнали родные, об этом узнали все. Второе. Она представлена на суд. Притом представлена на суд не пред людьми, а пред самим Богом. И стоит вопрос: что ты скажешь? И третий вопрос. Она по закону понимала, что она стоит пред смертью. Она виновна, обвинения существенны, оправдания нельзя найти, и закон черту подвел — смерть. И вокруг нее стоят люди с камнями в руках. И фарисеи, обвиняющие ее. Нелегкая картина оказаться
в таких условиях. Давайте еще обратим внимание на одну деталь. Если женщина, взятая в прелюбодеянии, прелюбодеяние невозможно совершить в одном лице. Прелюбодеяние совершается только вдвоем. Почему ее привели одну? Где вторая сторона, грешившая с ней? Когда вы читаете английский перевод, он говорит определенно ясно. Говорит: Господи, эту женщину взяли на горячем. Это не то, что рассказали о ней. Ее застали с другим мужем. И когда мы читаем в Писании, то в книге Левит, 20 глава, 10 стих, закон говорил: если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. И здесь их двоих на горячем поймали, а привели одну. Ну, кто-то думает, может, он убежал. Но нет, здесь понятно. Прелюбодей был здесь. Только он был одним из фарисеев. И он выступил в качестве обвинителя. Почему? Потому что фарисеи, когда поймали фарисея, говорят: давай сделаем сделку. У тебя выбор. Или ты будешь отстранен от службы, ты будешь опозорен при смерти, или ты выступишь в качестве ложного свидетеля. С фарисеем нужен свидетель. И ты больше всех будешь кричать на нее перед Иисусом, и ты будешь первый бросать камень. Потому что по закону все люди у ног свидетеля складали свою одежду, и свидетель первый бросал камень, независимо от того, отец или мать. Потом остальные. И он пошел на эту сделку, чтобы сохранить себя, свое положение в обществе, чтобы не быть разглашенным в своей семье, он стоял в ряду обвинителей. Братья и сестры, когда произошло из их стороны обвинение, Библия говорит, что Иисус молчал. Что, у него не нашлось что сказать? Или он не знал? Он все прекрасно знал. Иисус, наклонившись низко, перстом на земле, писал. Они приставали к нему: почему молчишь? Ты видишь свидетель. Ты видишь, люди готовы побивать. Ты дал закон. Что теперь скажешь? Ты учитель. Что он писал на земле? Мы читаем об этом, Иеремия записал в 17 главе 13 стихом. Все отступающие тебя будут посрамлены, и отступающие тебя будут написаны на прахе. И Бог, зная, кто обвиняет, Бог, зная, что за люди стоят, Он начал писать на земле их имена. Написал главного организатора и до меньших. Написал главного свидетеля, а потом поднял глаза и говорит: посмотрите,
мной написанные имена. И если среди них здесь есть люди, которые не причастны к этому греху, если среди них есть люди, которые вообще не имеют греха, пожалуйста, вы имеете право. Вы можете бросить свой первый камень. Вы понимаете? Другими словами, он сказал, если ваш свидетель не лжет, если ваш свидетель не причастен к этому греху, то пусть бросает. Он задан первый бросать. И фарисеи узнали сразу, Христос разгадал ихний замысел. Ихний проект, неизвестный людям, но раскрытый Христом. Безмолвно, на песку написанные слова, осудили ихний подход, осудили их ложь. И они посмотрели друг на друга, пошепталися, и самый старший организатор начал уходить. А меньшим это и надо, меньшие за ним. И люди, когда увидели, что организаторы, обвиняющие женщину, уходят, они разводили руками. И в это время они выбрасывали свои камни. Братья и сестры, я не знаю, первым за этими старшими свидетелем убежал или нет, но закон говорит, что свидетель должен первый бросить и последний уйти из места казни. И, возможно, он убежал раньше, а, возможно, стоял до конца, чтобы его грехи не разоблачились. И, возможно, он последний убежал, чтобы скрыть во тьме свои пороки. Но в то же время Иисус, он вынес приговор для женщины. Он не жалел женщину. Он понимал, она достойна, и он сказал, пусть умрет. Он разрешил ее побить камнями. И говорит, кто из вас имеет на это дерзновение, начинайте. Она не знала, как повернется дело. Можно представить, что она закрыла глаза. Она получила приговор смерти. Можете побить. Закон правильно говорит. И ожидала первого удара. Но так как удар не произошел, может быть, она осторожно открыла глаза и посмотрела. А люди расходятся. Конечно, она не понимала, почему они расходятся. Никто ничего не говорил. Приказ был дан. Убейте. Но они расходятся. И в это время, я думаю, для нее достаточно было времени продумать всю свою жизнь, продумать все свои дела, оценить ту жизнь, которую она уже теряет из-за своего неблагоразумия. Раньше она об этом не думала, но в этот момент она все вспомнила, потому что Господь знал ее сердце, и она знала себя. И в присутствии Божьем она осудила себя за многое. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на нашу жизнь. Библия говорит ясно, 1 послание к Коринфянам 6:9. Прелюбодеи и прелюбодейцы Царство Божие не наследуют. Мы все знаем, что основание брака – это есть чистота и доверие в отношениях между мужем и женою. Мы знаем все, что прелюбодеяние, оно разрушает семью. Он разрушает все доброе, что есть в человеке. Но в то же время
оно не только поражает прелюбодея, оно поражает и детей. Смотрите, притчи Соломона, премудрость Соломона, 3 глава, 16 стих, мы читаем. «Дети прелюбодеев будут несовершенными, и семя беззаконного ложа исчезнет из земли, и старость таковых людей будет вне почтения». На них и внуки даже будут обижаться, что из-за прелюбодейства не устроилась судьба детей, не устроилась судьба внуков, и будут пренебрегать своего отца, свою мать за то, что они в молодости не строили свою семью, а увлекались делом прелюбодеяния. Братья и сестры, грех действительно, он ослепляет человека. Человек не видит правильно, когда обольщается грехом. И многие супруги забывают об этом. И мы в последнее время не можем об этом молчать, потому что прелюбодеяние среди семей христианских имеет свое место. Мы встречаем много разных причин для разводов. Мы ломаем голову, как нам быть, как спасать. Жалко смотреть на детей, которых народили немало, а их прелюбодейная жизнь разрушает веру, во-первых, в сердцах детей. Дети не могут подражать вере своих родителей, видя прелюбодейную их жизнь. Они уходят в этот мир. Они поражаются терзанием своего духа. И в то же время находят в Америке такие церкви, где их принимают. Они своей прелюбодейной жизнью разрушили свои семьи, но они поют в хорах. Они даже говорят с кафедры и думают, что все хорошо. Нет, не все хорошо. Уверенно, ихняя семья, ихняя жизнь котится к полному разложению, только не все сразу. И Библия говорит, от того, что не скоро совершаются суды Божьи на земле, от того люди не боятся делать зло. Братья и сестры, не секрет, наша молодежь порою хочет раньше времени взять те удовольствия для себя, которые принадлежат семейным, которые как залог благословения, данный Богом людям в семье. Они хотят в молодости все это взять, все проверить, все испытать. Это действие любодеяния, это действие прелюбодеяния, оно разрушает жизнь каждого, кто встает на эту дорогу, кто берет запретное из жизни другой семьи. Братья и сестры, прелюбодеям кажется, что чужой муж более ласковый, более покладистый, более добрый. Прелюбодеям кажется, что жена другого более миловидная, более привлекательная, она лучше одевается. Может, действительно, время прошло, и его жена уже немножко состарилась. И он смотрит на молодых и вспоминает, как была молодая его жена. И он в сердце своем начинает прелюбодействовать и с женою ближнего своего. А потом пути их не сближаются. Потому что если в сердце человек не остановит себя, в очах, в разуме, тогда действия рождаются. И все кажется тайно. И все кажется так спокойно. Но эту женщину поймали на горячем. Она тоже думала, что все пройдет. Может быть, не первый раз она занималась изменой своему мужу. Может быть, это была практика ее служения, но все сходило с рук. Но Библия не бывает такого,
чтобы что-нибудь осталось тайною. Рано или поздно все обнаружится, все будет проведено на суд перед тем, который создал законы, по которым мы должны жить, который создал нам условия, при котором мы можем быть свободны, который сказал, если ты выберешь прелюбодейную жизнь, ты окажешься в плену тюрьмы, рабства, греха и в озере Огненном. И он вынужден будет подвести черту и дать приказ. Но сегодня, братья и сестры, давайте посмотрим. Временное удовольствие молодых людей, временное удовольствие семейных людей на стороне, оно разрушает всю судьбу вашей жизни. И Библия говорит, нужно быть предельно осторожными к своим чувствам, к своим увлечениям, чтобы не потерять за чечевичную похлебку все благословение, которое Бог приготовил для тебя, чтобы не потерять за временное удовольствие все благословения, которые ты можешь иметь в Боге и в вечности. Но эта женщина раньше об этом не думала. Но теперь, стоя перед судом, она все это поняла. Лучше было бы держаться семьи. Не нужно было увлекаться красотой других. Не нужно было идти на сделки, на деньги. Не нужно было. А теперь все, деньги не нужны. Семья отвергнет. Родственники отвергнут. Люди возбужденные убьют. Зачем было делать это вроде бы тайно? Давайте посмотрим на другую сторону. Фарисеи, блюстители Божьего закона, люди, которые переживали вроде за исполнение закона, в то же время ихняя совесть, Библия говорит, не была свободна от греха. И не только от связи в этой сделке. Они понимали, что когда Господь сказал, кто из вас без греха, они понимали, что Он говорит не только об этом грехе. Он говорит о всех грехах. И у него нет больших или маленьких грехов. Грех – это нарушение воли Господней. И они говорили о законе, но понимали, они не выполняли этот закон. Они ревновали за свое положение, чтобы унизить его. Они не оставили чистоту в Божьем народе, как Неемия. Они отставили свое положение, свое руководство. У них было желание убрать из пути свое то, за кем шли люди. Но в то же время Библия говорит, что они нашли в себе грехи. Они глубоко поняли, что они виновны. Они поняли, что он разгадал их замысел. Они поняли, что если сейчас он скажет это людям, если он замысел их и откроет людям, то все, их судьба окончилась. И они начали уходить. И я думаю, а почему? Они, когда увидели, что они грешники, почему они не пришли к нему? Почему они не стали пред ним на колено? И почему они не сказали, да, Господи, ты прав, мы согрешили. Да, Господи, ты прав, мы грешники. Они боялись стать рядом с этой же грешницей. Хотя они были на одной стороне баррикады в духовном смысле. Но, видимо, они еще были руководители. Они были вроде чистые. И они не могли позволить стать с грешницей рядом и сказать, мы признаем свою вину. И они один за другим ушли. Они не захотели освободиться от греха. Они переживали за свой авторитет. За временный авторитет. За временную судьбу. Они не заботились о духовном авторитете, о духовной свободе своей души. Братья и сестры, Псалом 72, 28 стих говорит, все
удаляющие себя от тебя, гибнут. Сегодня есть такая самая категория людей, как эти фарисеи, которые в душе сознают, что они не свободны от греховной жизни. В душе они понимают, что они грешники, но они стыдаются выйти наперед, встать на колени и сказать: «Господи, я признаю свою вину», лишь только потому, что они будут знать, что рядом с ними стоит уже открытый грешник, которого люди знают, что он опущенный. Может, он наркоман или вор. Все знают, что он опущенный. И как я рядом с ним стану? Все ж подумают, и я такой. И только за свое положение. Если им удается, они хотят как-то покаяться, как-то освятиться, чтобы не рядом и с грешником. Как-то осветиться, чтобы прочие не знали, чтобы прочие их уважали. Братья и сестры, не лучше ли использовать шанс, когда он видит тебя, и когда ты чувствуешь свою вину, не уходить, скрывая свои пороки во тьме греха, а прийти, склониться, не обращая внимания, кто справа и слева. Тебе нужно прощение от Бога. Тебе нужно освобождение от самого Бога. Тебе нужна свобода от Него. Ава, Отче, как важно быть честным и самим собою. Как важно не допустить искусственного христианства. Твое пение в хоре, твои рассказы стихов, твоя молитва, твои поднятые руки, они ничего не говорят доброго, если в сердце твоем скрытый грех прелюбодеяния, если в сердце твоем скрытый грех увлечения похотями, наслаждение на стороне вне закона Божьей любви к тебе. Чи ты молодой, чи ты пожилой, разницы нет. Господу, во-первых, нужна чистота, а потом служение, хвала и поклонение. Братья и сестры, не лучше ли, когда есть возможность пересмотреть свою жизнь и ее поставить в правильные отношения, нежели когда разрушится семья, когда ты будешь обнародованный, когда дети твои откажутся от тебя, когда будут плевать в твою сторону внуки твои, не лучше ли сегодня, чем тогда, все-таки идти, понимая, что время пришло, и тут ходит вечность, и тебе надо предстать пред тем, который знает мысли человека, который знает все дела его, и притом никто не знает, когда кто предстанет из нас перед Господом. Итак, давайте возвратимся к истории, нами прочитанной. Иисус поднялся, посмотрел вокруг и не увидел никого, только стоящую одну женщину. И говорит: «Женщина, где твои обвинители? Что, тебя никто не осудил?» И она стрепетно в духе говорит: «Так получается, Господи, никто меня не осудил, все ушли». И он наклонил свои глаза и говорит: «Иди, и я не осуждаю тебя. Только помни, иди, но впредь не занимайся тем же. Иди и впредь не греши». Братья и сестры, эта женщина поняла, что все ее греховные увлечения в сравнении с теми малыми словами, которые сказал Бог, они ничто не значат. Эти слова вошли в ее сердце. «Иди, я не осуждаю тебя, только помни, не живи, как жила прежде. Иди, и только помни, не греши больше». Когда все разошлись, и она открыла глаза и увидела его и себя,
Она могла думать. Да, я осуждена. Приказ приговор суда произнесен. И это остался тот, который один, без греха. И он имеет право поднять руку и бросить в меня камень. Ибо он сказал, кто без греха, первый брось. Она поняла, люди ушли, но этот мог сделать это. И она, возможно, ждала этого в трепете души, но услышала, милость моя, она выше суда. Милость моя, она превозносится над судом. Поэтому я говорю тебе, иди и впредь не греши. Она ушла. Но представьте, что в нее было в душе. Она не получила успокоения. Ее Господь освободил от суда. Но прощение она не услышала. А второе, ее мучили слова еще и дела другие. Ведь ни в одном она грешна. А как быть с тем? А как быть с другим? А как быть с третьим? Сердце ее терзалось. Она поняла, что она действительно ужасная грешница. Где найти успокоение? И мы читаем дальше в Писании. Об этом записал Лука в 7 главе, 37 стиха. Когда Иисус Христос зашел в дом фарисея по имени Симон и восседал там, эта женщина узнала, что он в доме фарисея. Она прокралась. Она подошла к нему сзади. Она стала на колено. Она достала свои ароматы, которыми раньше умощала себя, чтобы привлекать мужчин. Самые дорогие духи, мира. Она достала из своего флакона. Она полила ему на ноги. Она слезами начала умывать ноги. А волосами утирать. Ее душа тянулась к нему. Она поняла свою ужасную порочность. Она хотела успокоения. Люди вокруг осудили ее. Это второй суд тех самых фарисеев. Но она, смиряясь, плакала у его ног. Иисус Христос вновь заговорил к ней. И говорит, женщина, иди. Я вижу твою веру. И вера твоя спасла тебя. Ибо прощаются тебе грехи многие за то, что ты много возлюбила. Ава, Отче. Представьте эту картину. Представьте те терзания от первого суда до второго пришествия общения с Богом. Она услышала, наконец, самое дорогое, что нужно сердцу. Ты прощена. Теперь тебя пусть не мучит совесть. Ты свободна. И плод твоего покаяния, это твои духи вылетели для Господа. Это все, что ты увлекалась, ты отдала Ему. Слезы свидетельствуют о сердечном покаянии. Волосы, это твоя честь, она сложена у ног Господа. Она все принята Господом. Теперь иди с миром. Ава, Отче, братья и сестры, как важно, когда в сердце присутствует радость, радость прощения, когда сердце наполнено миром, миром свободы от греха, когда сердце переполнено торжеством общения с Богом. Ибо Бог создал человека не для рабства греха. Бог создал человека не для изоляции в духовную тюрьму. Бог создал человека для духовного общения, для радости, для наслаждения. И только люди бывают сами, поселяют себя в клетку греха, находят временное удовольствие вне своей семьи, безразлично, это на интернете, или это в другой семье, или это в уме, или в глазах. Библия говорит, нет,
Ты принадлежишь своей жене, а ты своему мужу. Наслаждайтесь в семье Божьим благословением. Не помышляйте о девицах, не помышляйте о других женах, не помышляйте о грехе. Не смотрите, кто как одевается, не усматривайте миловидность. Храните себя, а вы, молодые, помните, ваше благословение еще впереди. Сохраните чистоту отношений. Не увлекайтесь преждевременными удовольствиями, чтобы пожать Божье благословение и испытывать настоящую радость любви к живому Богу. Братья и сестры, давайте сделаем вывод. Мы здесь видим три основных момента. Первый момент – это женщина, взятая на горячем, в прелюбодеянии. Представьте, как ей было стыдно стоять в своем ночном халате, перед тем, который создал землю и небо, перед тем, который является творцом ее души, стоять в таком непривидном, она привыкла везде ходить, привлекательной, а здесь ее притащили в ночной рубахе. Это ужасное положение. Стыд подавляя ее. Представьте, какой у нее был страх. Она так хотела жить. Она была молодая. Но она должна была умирать. И только благодаря тому, что перед ней стоял тот, который говорил, у меня милость, у меня прощение. Слава Богу! Эта история нам открывает Божью тайну. Встретилось двое. Одна с пороками своего греха, а другой с наличием своей святости. И была борьба между грехом и святостью. И, конечно, святость побеждает грех. Аллилуйя! Святость освобождает от смерти. Святость дает жизнь. Ибо милость Господня, она превозносится над судом. Еще один важный момент хочу подметить. Женщина, которая осталась одна, она не убежала от Христа. Ведь у нее был прекрасный шанс. Все ушли, и он что-то пишет. Быстренько, за первый поворот, убегай, он же не догонит. Но она не искала удобное время убежать. Она поняла, если она убежит, она останется наедине с своими грехами. Она останется наедине с своим пороком. Она почуяла веяние любви и Божьей милости, и сердце ее потянулось к ней. Она понимала, что он имел право поднять руку. Он имел право ее осудить. Он имел право бросить ее камень. Но вместо того он сказал, я принес на землю не камни, чтобы бросать их в ближних. Я принес силу своей крови. Я принес любовь. Я принес прощение. И я готов просить каждого, кто не убегает от меня. Я готов просить каждого, кто придет ко мне. Он мог сказать, как я могу просить фарисеев? Они грешники. Но они все один за одним убегая, поднимая свои халаты, чтобы не перечиться, исчезли с глаз. Но раз ты стоишь, то я тебе подарю не камень, я тебе подарю милость. Аллилуйя! Слава Богу нашему! Второй момент. Мы в этой истории видели этих фарисеев, которые, я повторяю, были виновны. Пусть не в этом, но в других грехах, и совесть их не осудила. Но они были напыщены самоправедностью. Они были напыщены самоудовольствием, и они не хотели признать ввиду людей свою вину. И они свои грехи унесли во тьму внешнюю. Они начали бродить дальше своими грехами. И кто знает, может быть, они и стояли в обвинении, когда распинали Божьего Сына. Те сами грешники, те сами люди, которые были несвободны, они осудили святого Божьего Сына. Пусть судили грешницу, пусть судили они с целью оправдать себя,
Но здесь они судили самого праведного, самого злого, только того, что они не покаялись в своих грехах. Они упустили свой шанс. Они не использовали момента, им подаренного, чтобы склониться пред Богом и получить прощение. И третий момент. Я хочу подметить, почему Иисус Христос не совершил суда по закону. Мы видим, что Он приближался к Голгофе. Он проходил Галилею, Он проходил Самарию, Он проходил Десятиградия, Он проходил Иудею, и везде людям предлагал: отдайте ваши грехи мне. Я иду в Иерусалим, чтобы там умереть. Разрешите мне забрать у вас тяжесть вашей вины. Разрешите мне вместо вас умереть. И когда он встретился на этапе своего страдания с этой женщиной, он ей сказал: да, ты виновна. Да, ты можешь умереть. Да, ты должна умереть. Но я пришел на землю и предлагаю тебе: дай мне твой грех. Я понесу его на своем теле. Дай мне твой позор. Я понесу его на своем теле. Дай мне получить камни. Дай мне получить плети. Я пойду. Я за тебя умру. А ты иди. И впред не грешай. А ты иди и помни, что смерть моя – это твоя жизнь, это твое избавление, это твоя радость. Не могла ли она все сразу понять? Но она сразу поняла, что всю вину он забрал на себя. И через несколько дней он вознес ее на крест и осудил в теле своем грехи этой женщины. А ей сказал: тебе прощаются грехи твои ради веры в меня, что ты не убежал от меня. Ты стояла на коленах, ты плакала, ты тирала мои ноги волосами, потому что ты поверила. И ради твоей веры, а моей любовью иди и впред не греши. Братья и сестры, какая радость пришла в ее сердце. Явилась милость вместо осуждения. Пришла радость и прощение вместо смерти. Слава Богу, что наш Иисус, Он есть Спаситель. Слава Богу, что наш Иисус есть Бог любви, есть Бог милосердия. И Он сегодня думает об одном: как тебя привлечь к себе. Как твое внимание привлечь к себе, чтобы ты понял, что временное жизненное земное наслаждение, оно поубит тебя, а приближение к нему, оно благословит тебя, оно даст тебе полную радость, полный мир, полную свободу. Братья и сестры, в этой картине Бог открыл к нам свою любовь. И эта любовь сегодня открыта к твоему сердцу. Если тебя мучает совесть, если тебя терзается внутренность о том, что у тебя прелюбодейная жизнь, или, может, у тебя другая греховная жизнь, может, тебя тревожит совесть, что ты не можешь разойтись и спиртными напитками, ты не можешь бросить курить, ты не можешь бросить наркотики, или ты не можешь бросить удовольствие с очей наслаждения в порнографии. Может, ты наслаждаешься действительно с юношею, с девушкой, с женой или с мужем где-то на стороне. Господь видит твое терзание, и Он хочет сказать: приди ко мне.
Не убегай от меня, как фарисеи, которые видели, не пришли. Склонись предо мною. Я вижу твою слезу раскаяния. Твоя слеза мне больше скажет, чем твои слова. Я не хочу, чтобы ты много говорила. Твоя слеза, твое сокрушение, оно известно мне. Нет никакой возможности на земле человеку освободиться от греха. Только у ног Господа есть освобождение. Только в ног Иисуса есть прощение. И только придя к Нему и обнять Его пронзенные ноги, которые были на Голгофе за мои грехи пронзены, обнять и умыть их слезами и сказать: Господи, да, я действительно нахожу себя глубоко порочным человеком, а ты святый. Но благодарю тебя, что у тебя много милости, намного больше, чем все вместе взято, потому что за меня никто не умирал, кроме тебя, и ты один можешь понять мое терзание. И он положит на тебя свою десницу и скажет: прощаются тебе грехи твои. Иди, только помни, впредь не раздирай мои раны, впредь не умощай свое лицо елеем, не увлекайся тебе ароматами, не уклоняйся этими нарядами, не увлекайся этими наркотиками. Помни, что есть иная жизнь, есть жизнь внутреннего мира, жизнь внутренней свободы, жизнь, которую дает только один Бог. Аллилуйя! Без прощения нет радости и удовольствия. Все кратковременные удовольствия приносят новые терзания, новые мучения. Только прощение снимает ужас и переживания сердца человека. Только один Он может смыть силою своей крови пред Богом Отцом Своим мою и твою вину. И так я оканчиваю свою краткую проповедь и говорю Его слова, вернее, слова фарисеям. Учитель, а что скажешь ты? А только эти слова я хочу задать каждому из нас. Что сегодня ему скажешь ты? Или в осуждении своей совести уйдешь без покаяния, как фарисеи? Или в смирении твоего сердца склонишься пред ним и скажешь: прими мое покаяние, Ава Отче.